Телеканал КРТ представляє. Я займаюся качеством води, підготовкою води, очисткою води. А вообще, я на этом не остановлюсь, меня интересуют все водные ресурсы. Вода отдельно от Земли не бывает. Планета без воды жить не может. У нас гигантское количество воды под нашими недрами, глубоко под землей. Она там генерируется, вода, и получается. Огромное количество воды уходит в космос. Это нормальная жизнедеятельность живого организма под названием Земля. Это планета наших людей. Да. Помните, был прорыв нефти в Мексиканском заливе? Да. British Petroleum. Резко поменялся климат на Земле. Это было где-то в начале, ну, уже где-то лет 20 примерно. Поменялся климат на планете. Растаяли льды на Северном и Южном полюсе. Гренландия потекла. Почему? Вы не задаете, вот почему это? Изменился Гольфстрим. Изменилось течение Эль-Ниньо, которое пошло вот обратно течет. Нанесен уже гигантские изменения в кругооборот воды на всей планете. Постановить это невозможно. Мы вмешались. Вы не спрашиваете, почему. Там миллионы тонн нефти образовали пленку на поверхности Мексиканского залива. Ну, считайте, почти всей Атлантики. Вода перестала испаряться. Если это то время, когда мы жили в одной стране, нет, уже не в одной. Нас уже поделили на страны, республики. Начала выгорать Португалия, Испания, Греция, Италия. Вот это вся наша восточная Европа. Ну, то есть температура по Сибири там пошел. Жаркое получается. Лето было. Не было влаги, не было облаков. И потом регулярно несколько лет вот эти пожары продолжались по всему югу Европы, вплоть до Японии. Это не просто случайное явление. Земля, на которой мы живем, это, я называю, это наш общий дом. Земля – наш общий дом. А ключевая функция в этом доме – вода. Она нас всех должна объединять, а не разъединять. Вода не предмет спора. Вода – предмет общения и предмет дружбы. Вы все должны заботиться о качестве воды.